Привет! Сегодня 10 мая. Я сменился с работы и решил сварить себе финский супчик, или как его еще называют, скандинавская уха. Для этого мне понадобится 3 луковицы небольших, 2 морковки небольших, 1 помидорчик, 3 картошки, небольшой пучочек зелени, у меня это будет петрушка, ой, укроп, извиняюсь, это укроп, все время как-то с названиями зелени путаюсь. 300 грамм красной рыбки, у меня это будут обрезочки. Сливки, у меня будут 10%, 200 грамм, можно и побольше, можно 300. Смесь перцев, и получится из этого у меня вот такая вот кастрюлька 2,5 литра. Ну, поехали готовить. Итак, картошку нарезали кубиком и ставим сразу вариться. Закидываем картошку в холодную воду. Я извиняюсь, если что-то не так или как-то я криво-косоруко делаю, я не повар. Я простой обывательский парень, который любит финский супчик. Теперь берем лучок, также нарезаем его кубиком. Морковку натираем на крупной терке. Так, берем лучок, сковородочку. Сковородочку лучше, конечно, сливочное масло. Не лучше, а нужно. Но я сливочное масло забыл, поэтому чуть-чуть растительного добавил. Добавляем, делаем поджарочку из лучка. Туда же закидываем морковку, помидорчик, тоже его кубиком, помидорчик тоже закидываем в сковородочку и делаем поджарочку. Не знаю, сколько по времени, обжариваю до готовности. Так, на глаз. Еще не забываем снимать пенку. Тут у меня пока картошка варится. Пенку с картошки снимаем. Бульончик у нас был чистый. Надо пеночку снимать. Нарезаем мелко зелень. Зелень чуть попозже, уже практически, когда суп будет готов, тогда засыпем. Ну и пока готовим. Главное не забывать почаще помешивать. Я прям в поджарочку тоже добавляю смесь перцев. Я люблю поострее. Но вообще финский суп, он много идет черного или смеси перцев.
Если вы сильно острый не любите, ну тогда чуть-чуть киньте там. Чисто в суп, в поджарку не кидайте. Так, поджарочка у меня уже почти готова. Готова, можно сказать, я выключил, просто доходит. Проверяем картошечку. Картошечка уже тоже сварилась. Теперь беру поджарку, высыпаю в кастрюлю. Беру рыбку. Кидаю рыбку туда. Лавровый листик туда. Сейчас еще минут 5 покипит. 5-10. И буду добавлять туда сливки. Добавлю перчика, потому что я его с жиром снял. Не судите меня строго, я не повар. И теперь заливаем сливки. По-хорошему еще рекомендую, чтобы сливки не свернулись, чуть-чуть их подогреть немножечко. Ну, в принципе, я не помню, чтобы у меня сворачивались, поэтому я их так. Если они сильно холодные, то лучше чуть-чуть в стаканчик налить и в микроволновочке погреть. Все, вот на эту кастрюлю я залил 200 мл сливок. 10%. Вкуснятина. Теперь настал черед зелени. Засыпаем зеленушечку. Все, перемешиваем. Несколько минут покипит. И готово. Смотрите, какая вкусняшка. Наваристый, вкусный финский суп. Как его еще называют? Скандинавская уха, финская уха. А, все, сейчас пару минут прокипит и готово. Еще чуть не забыл посолить, блин, с этой съемкой. Ну, главное, вовремя кинулся, успел посолить. В принципе, солить надо в самом конце, вот когда вы поджарку кинули, рыбку кинули, помешали, попробовали, посолили на вкус. Ну все, вот у меня уже она и прокипела. Буду выключать. И еще постоит минут 10, дойдет. Ну все, финская уха готова. Вкусно как! Приятного аппетита и всем добра!